коридорах тепловодоканала раздается резкий сигнал тревоги. Сотрудники покидают свои рабочие места и незамедлительно выходят на улицу. На предприятии проходит учение по пожарной безопасности. У нас заключен договор с аварийно-спасательным формированием «Юпитер», так как мы являемся опасным производственным объектом. И два раза в год совместно с этим «Юпитером» мы проводим тренировочные занятия, чтобы персонал знал, как действовать в экстремальных ситуациях. Легенда учения. В одном из кабинетов управленческого аппарата произошло возгорание. В течение 5 минут специалисты должны покинуть рабочие места и собраться на улице. После этого делается осмотр кабинетов, чтобы никто не остался на своих рабочих местах. В ходе учения специалисты аварийно-спасательной службы «Юпитер» провели мастер-класс по тушению открытого огня. Подошли и направили раструб. И нажимаете, соответственно, уже на раструб, производите тушение. Сотрудники тепловодоканала продемонстрировали умелое владение огнетушителем. Попытки устранения возгорания проходили под строгим контролем спасателей. В этот день специалисты «Юпитера» провели и теоретическое занятие, на котором подробно рассказали о механизме оповещения, порядке действий персонала в той или иной чрезвычайной ситуации. Екатерина Рускова, Андрей Михалин, Дмитрий Строкань, ТВС Пущино.